Все на Вестерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Все на Вестерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вестерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вестерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вестерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вестерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вестерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вестерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вестерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Эмер Топрак.
все на Вессерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вессерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Эмер Топрак. Три-четыре-три они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вессерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вессерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вессерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вессерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вессерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они... Все на Вессерштадионе дышит футболом. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они...
Все на Вессерштадионе дышит футболом.